В микрорайоне Мамайка полным ходом идет ремонт дорожного полотна. По городской программе уже обновлена дорога на улице Ландышевая. Работы за счет финансовых вложений инвесторов завершаются на улице Полтавская. С учетом того, что в настоящий момент район активно разрастается, здесь также предусмотрена замена коммуникаций. Ремонт водовода общей протяженностью 600 метров с увеличением диаметра для того, чтобы данный район, который очень быстро развивается, не испытывал проблем с потреблением холодного водоснабжения. Сегодня в микрорайоне также идут работы по приведению улиц к единому архитектурному облику. Уже установлено порядка 150 метров новых аккуратных заборов. Еще 200 метров обновят в ближайшее время. На что обратить внимание, какие участки благоустроить и какие вопросы решить, властям сообщают местные ТОСовцы и представители общественности. Последние и контролируют процесс обновления. Наша богом забытая Мамайка стала подниматься и становиться на уровень очень хороший. Я недаром говорила, что все равно наша Мамайка лучше всех будет, и прислушались к нам. А вот на месте этой новой парковки еще совсем недавно была настоящая свалка. Сегодня она полностью ликвидирована, а у жителей прибавилось мест, где можно поставить свои машины. Подобная ситуация была и в районе дома номер 40 на улице Крымская. На территорию заброшенного долгостроя то и дело несанкционированно свозили строительный мусор. Долгое время мы не могли обнаружить, кто это делает. Я обратилась к главе города, главе центрального района, и очень откликнулись. Благодаря совместным усилиям жильцов и сотрудников администрации центрального района нарушитель был выявлен, мусор вывезен. В департамент имущественных отношений уже отправлен запрос с целью признать территорию бесхозной и отдать ее под социальные нужды. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.